Значит, монтаж решетного стана Новатор Плюс на комбайны Дон 1500Б, Акрос 530, Акрос 580. Для начала сверлом на 15 сверлим дырки сквозные вот в этих местах. То же самое с другой стороны. В комплекте идет такая приспособа, называется циркуль. Вот в эту дырку, что мы просверлили, вот эта сторона вставляется, а сюда керник зафиксируем. Вставляем в эту дырочку. Хоп. И метим. Так, есть. Это смерок. Ставим его на раму. Получаем вторую точку. Нашли точки, где будем сверлить отверстия под рычаги подвеса верхнего решетного стана. Срезаем вот этот вал крепления натяжного ролика и крепление шлангов. Срезали мы уже. Сейчас будем срезать. Воронку на 35 и начинаем потихонечку сверлить. Распорка установлена в эти отверстия, которые сделали, шла в комплекте. Вот эти разметки, где мы делали до этого. Просверлили отверстие. С наружной стороны установлен кронштейн на распорку. С другой стороны все то же самое. Этот кронштейн будет использоваться как натяжник. Обварили кронштейн, внутреннюю раскосину можно снимать теперь, распорку, и уже собирать решетные станы. Так, все, установили новаторские решета, все совпало, все это самое. Единственный момент, как-то вот стрессную доску, возможно, мы не совсем правильно вот это вот поставили. Ну, посмотрим, сезон отработает. Тут вроде попробовали, зерно падает на датчики на эти. Возможно, ее придется переделать полностью, всю эту стрессную доску. А так получается, вот все тут рычаги, решета, регулировка верхнего решета, регулировка нижнего. Вон они. То есть тут вот из-под колеса без проблем трещоточка с головочкой. 180 градусов полоборота, скажем так, где-то 1 градус засекали. Установка завершена.